Вчера в Одессе выпал снег, желтоватый, вот он, персикового цвета, а сегодня его припорошило белым. И видите, какая разница, снимаешь белый, а под ним желтый. Что это за хреновина такая? И чем это нам грозит, непонятно. Что за химия выпала со снегом, а потом впитается в землю. Вот он, желтый. Желтый под белым. Кошмар какой-то. Куда мы катимся? И главное, тишина. Нигде никакой реакции. Травят.